еще. Я просто не упущу это. Конечно, ни министерство, ни кто там никогда, ни один из них не прочтет и об этом не узнает, что существуют гепатогенные зоны. Слышали про дремучего деда какого-нибудь, который с рамками ходил там еще в советское время, и все, и больше ничего. Вот. И о биополях знает только это самое. А что была такая джуна. Вот. Новое направление науки. Это я ставлю знак вопроса. Первое должно быть признание. Это значит, хоть один из наших. Сколько лет ждать? Методология. Программа. Инструментарий. Подготовка кадров в университетах. Когда-то это будет. Представляете, белокаторщиков будут учить в университетах. А это судов не будет. Гранты. Кто-то должен заниматься этим профессионально. А пока будем использовать кошек. Вот такое место, но мы это с вами проходили. Это мы проходили. Ну, сейчас, друзья, у нас заканчивается дело. Почему я повторно показываю? Тишина. Еще раз прошу. Но не может быть, чтобы вот через неделю у нас будет 500-600 просмотров. Ну, кто-то. Ну, свяжитесь вы с этим человеком. Вот так, чтобы видно было с кем. Вот его, это самое, его так легко найти. Свяжитесь. Если это все правда, если это в России, вроде в России, вот. Вы черенок у него добываете и на меня, а я долго не останусь, вы же знаете железо. Вот. Хотя бы таким путем. Вот. Да, я бы хотел вот такую грушу у себя, сливу у себя иметь.